Мэр Туапсе Александр Чехов сегодня отчитался о проделанной работе за 2016 год. На собрании присутствовали депутаты городской думы и законодательного собрания Краснодарского края. В минувшие 12 месяцев в районном центре расширили электро- и теплоснабжение, отремонтировали участки дорог и тротуаров, провели новые газопроводы. Коснулись темы экологии, в том числе краевого постановления о новом порядке сбора твердых коммунальных отходов на территории Кубани. Александр Джеус в своем выступлении рассказал об опыте разделения ТКО во Всероссийском детском центре «Орленок» на протяжении последних 10 лет. Также он отметил, что в рамках программы «Твой след на планете» для школьников Туапсинского района будут организованы регулярные экологические мастер-классы на территории Всероссийского детского центра «Орленок». Мы же предложили и предлагаем сейчас обучить школьный ученический актив раздельному сбору твердых коммунальных отходов с тем, чтобы в сознании молодых людей уже четко укоренилось понятие, что замусоривать место, где живет сам человек, преступно. И они росли уже с другим сознанием.